В Новоуральске проходят заключительные этапы подготовки к 9 мая. Завтра с 10 утра на Аллее Боевой Славы состоится большое событие по этому случаю. А сегодня всех горожан с грядущим праздником поздравил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев и председатель Думы Новоуральского городского округа Михаил Денисов. Уважаемые новоуральцы, дорогие ветераны, в этот день мы склоняем головы перед памятью павших героев и от всего сердца благодарим ветеранов войны и труда, живущих среди нас. Своим детям и внукам они показали пример истинного патриотизма и самоотверженной любви к родине. Наши предки не только защищали страну, но и возродили ее, подарив нам мирное небо и уверенность в завтрашнем дне. Дорогие ветераны, мы всегда будем помнить о том, какую цену вы заплатили за свободу и независимость родной земли. Дорогие земляки, в этот праздничный день мы желаем вам здоровья и благополучия. Пусть небо будет мирным, пусть только радостные вести приходят в ваши дома. С Днем Победы!